1970 году Валентина Александровна закончила Новороссийское медучилище. С тех пор, вот уже без малого 35 лет, она не изменяет выбранной профессии. Когда по возрасту вышла на пенсию, сидеть дома не смогла. Обратилась в службу занятости населения. Там ей помогли найти новое место работы. И теперь Валентина Кулакова вновь занимается любимым делом. Можно найти работу, принимают на работу. Некогда было, когда я ушла с двуча, мне она сказала, знакомая сестра, не устроишься нигде. Меня везде брали. Ну, уже в таком возрасте, конечно, трудновато, может, берут, не везде могут взять. А все-таки берут. Рабочий день Валентины Александровны начинается в 8 часов утра. Ее пациенты – люди творческие. Санаторий – подведомственный Большому театру. Одни приходят на уколы, другие – померить давление, третьи – просто поговорить по душам. Я каждый год делаю уколы миксидолом и прихожу к Валентине, она блестяще делает уколы. Никакой боли, никакой крови, ничего. Замечательно, спасибо вам большое. Это замечательный человек, потрясающая медсестра. Так, как делает она уколы, я, хотя мне уже 88 лет, не могу ее сравнить ни с кем. Валентина Александровна, у нее такой посыл, что мы всегда расцветаем и становимся здоровыми. В промежутках между процедурами Валентина Александровна консультирует молодых коллег. За столько лет практики есть чем поделиться. Старшее поколение – это, конечно же, опыт. У них можно чему-то научиться, что-то спросить, они обязательно подскажут. И это всегда плюс, всегда хорошо. Впрочем, в этом санатории к людям пенсионного возраста особенное отношение. У них есть масса положительных качеств, которые выработаны с годами и уже вошли в привычку. Коллектив у нас в основном возрастной. Предпенсионного возраста нет, но из 24 работающих 14 уже на пенсии. Надо отметить, что данные специалисты отличаются высочайшей дисциплинированностью, высочайшей квалификацией. Как показала сегодняшняя встреча, найти работу пенсионеру не составляет особого труда. Было бы желание. По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться в службу занятости населения по адресу: город Анапа, улица Калинина, 12А. Руслан Душевский, Анапа регион.